Ну а в Ленске состоялось совещание Министерства промышленности республики с компаниями-недропользователями, работающими на территории Ленского района. Стороны обсудили вопросы экологии и налогообложения. Подробности у Дениса Семенова. Первым был заслушан доклад о природоохранной деятельности предприятий в процессе реализации восточной газовой программы представителями компаний «Газпромдобыча Ноябрьск» и «Газпромтрансгаз Томск», после которого министр промышленности Андрей Панов отметил высокое количество нарушений в экологической сфере со стороны газовиков и их подрядчиков. У нас сотнями этих нарушений появляются, и все они типовые. Либо действительно здесь у нас подрядчики достаточно халатно относятся к природе, к нашим. Либо все-таки, может быть, до них не доводится информация, что-то они делают, я даже не знаю. В этом отношении, как бы, хотел попросить Министерство охраны усилить дорогу. Самым актуальным стал вопрос о налогообложении предприятий нефтегазового комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории района. Проблема в том, что многочисленные фирмы-подрядчики уплачивают налоги на доходы физических лиц по месту регистрации, а не по фактическому региону своей работы. Так прозвучало предложение прописывать пункт в договоре подряда о необходимости налоговых отчислений в Ленский район. Также глава Мирнинского района Айтшат Юзмухаметов поделился опытом работы в своем районе для решения подобных вопросов. Мы заключаем соглашение с ними, с налоговым районом и компанией «Недропользователь», чтобы они, а в первую очередь их подрядчики, которые работают, люди, которые работают 30 дней, нам сообщали, информировали. Мы отрабатывали с налоговыми, чтобы налоги поступали. И есть положительные уже, это как бы вот на такое местечковое решение, но есть положительные решения по увеличению налоговой базы. И мы обещали всем недропользователям в начале следующего года по итогам года дать информацию, какую прибыль они принесли той территории, на которой работают, благодаря этому соглашению. Также на совещании прозвучала рекомендация о привлечении местных товаропроизводителей к участию в корпоративных закупках нефтяников, а также привлечении местных кадров в реализации восточной газовой программы. Денис Семенов, Алексей Семенов, НВК Саха, Ленск.